Выпускник 11-го МЧС-класса школы номер 39 Александр Холод стал победителем областного конкурса для будущих спасателей. Соревнования проходили в два этапа – городской и региональный. Ангарчанин набрал максимальное количество баллов как в теории, так и в практике. Я перешел из первой гимназии в 39-ю школу с целью получения знаний для поступления в Красноярскую академию и МЧС и обучения, дальнейшее обучение в ней. Я хотел бы сказать огромное спасибо учителям, которые дали мне очень большой багаж знаний, также в области ОБЖ, математики, физики и русского. Победа в конкурсе дает Александру преимущество при поступлении в Железногорскую академию МЧС, которым ангарчанин и воспользуется.